В Южной Корее снова появился МЭРС. В Сеуле госпитализировали больного с повторным диагнозом коронавируса. До этого мужчина прошел лечение. После выписки он успел вступить в контакт с другими пациентами больницы, пока не были приняты меры для изоляции. Я напомню, в мае и июне коронавирус МЭРС поразил 186 жителей Южной Кореи. 36 из них скончались.